Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, еще буквально утром не было никакой арены и в помине, а сейчас, друзья мои, она доступна. Так что мы приступаем. Начинаем бустить, как всегда, ребята. Ничего мы с вами не потеряли, потому что впустили на арену буквально вот час назад. Так что вперед, как говорится, из песни. Вперед из песни, у нас есть с тобой шанс отличиться. Несмотря на то, что я понедельник профукал. Поехали. Будем бустовать, ребята. Будем бустовать. Надеюсь, многие тоже уже зашли в игру и начали играть. Поехали. Бамс. Хорошечно. Великолепно. Так, давай-ка вот так вот сделаем с тобой массовый урон. Тыдыч. А почему без постепенки? Эй, Донни, ты хандришь. Ты хандришь. Мы так не договаривались. Ну, как понимаешь, да, все у нас замечательно, все в шоколаде. Мы с тобой двигаемся дальше. Первый бой великолепный. Сейчас посмотрим, кстати, как мы будем с тобой быстро продвигаться. Очень хочется посмотреть. Так, воин 2 звезды. Позиция. Отлично, идем. Так. Давай искать. Ну, как минимум 11-11. Ну, хотелось бы, конечно, 11-12 найти. Сейчас я постараюсь выудить. Это коротыш выпал мне. Так что, ребятушки, давайте двигаться дальше. Раз, два, три. Вот как раз здесь голубит, да, которого я хочу прокачать. Тин-тин-тин-тин-тин, так бежит весело. Крылья сзади волтухаются. Так, ну что, естественно, с массовых атак начинаем по возможности. Так, Рокстеди. А, нет, Лео, да? Да, Лео отдуплился. Теперь Рокстеди. Фигушки там. Ну-ка, Пит. Молодец, красавчик. Он вообще на позитиве, я смотрю, этот Пит. Не знаю, что он там принимает. Но он вечно веселый. И глаза у него на выкате, как у Джастина, елки-палки. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Воин 2 звезды, как с куста. И 71-я позиция. Поехали. Нет уж, давайте мне тогда 11-12. Ага, это Джонатан. Это у нас с тобой Джонатан. Раз, два, три. Ну тут смотри, самое интересное, что у них уже 21 ранг, да? Обычно там 15-16, а тут уже 21. То есть, ну то есть это говорит о том, что братюни уже тут как тут. Уже наяривают, уже вовсю играют. Тоже бустят, так сказать. Ну-ка, давай, Раф. Шоколадно. Бумс, промахнулся, парень. Ты промахнулся, Макмен. Да, я помню, раньше Макмен был один из моих любимчиков. Я очень любил им играть, но потому что он в тот момент был очень сильный. По сравнению, если брать всех вот этих вот персонажей, которые у меня были, Макмен наяривал, будь здоров. Потом он почему-то сдал свои позиции и, по-моему, до сих пор у меня даже не в платине. Так, 11-12. Мы продолжаем с тобой нашу эпопею. Ранги 21, 20, 20, 19. А мы с тобой уже на 40-х. Что-то отстает от нас противничек. Давай. Приступим. Тыдыч, минус. Хлоп. И не уронил, да? И не уронил. Ну теперь ты уронишь, отлично. Бумс. Странно как-то, 21 уровень, а у нас 40-е. И все равно приходится два раза бомбить, чтобы уничтожить противника. Непорядок, я думаю. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Так, смотрим. Ага, воин 3 звезды. Позиция у нас 83-я. Все идет как надо. Ух ты, сразу 12-13. Слушай, это круто. Сразу такой перелет, 12-13. Тихо, тихо, куда это вы побежали? Вперед, батьки, в пекло-то, ё-моё, я не понимаю. Я просто хотел еще взять, они уже туда сами по себе забрели. Да, хитрожопики вы, однако. Ну что, приступим, наверное, да? Потихоньку. Бам. Сегодня как раз по телевизору, по СТС, Черепашки-ниндзя, первая часть была. Увидел там караечку. Дочка Шредера, приемный, правда, но фиг с ним. Сам Шредер, лысый, обугленный, елки-палки, изуродованный.
Так, ну что, двигаемся с тобой дальше. Я посмотрю, интересно, мы с тобой перейдем сейчас на элиточку или нет. Мне кажется, не хватит у нас с тобой. А может перейдем? Нет, не перейдем. 27-я позиция, ребята, нет. Это не буст. Это полубуст, потому что на бусте мы бы с тобой бы, ну, практически каждый бой чуть ли не один ранг повышали. А здесь, ну, ты сам видишь, все как-то не так. Ну да ладно, докуда доберемся, это самое главное. Что вообще хоть арену открыли. Ну что, давай, наверное, с гранатки начнем. Минус двоечка, давай, бросай флакончик. И еще вторая двоечка упала. Шикарно, мы с тобой двигаемся далее. Вот сейчас мы уже, да, перейдем с тобой в элиточку, по идее. Ну-ка. Да, элита, одна звезда. 78-я позиция. Всего лишь 5 откатов у меня. Так, а давай-ка мне 13 или там 12. Во, 12-14. Прекрасно, 12-14. Не, противник у меня, мне кажется, уже не догнать. Не получится ни в коем случае, потому что у нас уже... Мы практически подходим к 50 уровням. Они до сих пор еще даже 30-ники не выставили. То есть, как бы, делай выводы. Ну-ка. Дурачков вызываем. Бамс. Так, Майки отдуплился. Бросаем бомбочку от второго Майки оригинала. Еще Лео упал. И кофемашину заряжай, пожалуйста, Дони. Делай массовый. Да, массовый взрыв. Сейчас посмотрим, перейдем мы с тобой в двухзвездочную элиту. Или же все-таки нам не хватит. Да, по идее, должно хватить. Хотя, может, не хватит. Нет. Нет, 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 нет. Полубуст, да, получается у нас. 12-13. Давай 12-14, по-хорошему. Что вы опять жметесь-то, а? Так. Вот. 12-14. Тут ноунейм. Вот они, наши голубки. Немножко, ребята, подлагивает игра, если честно. Я не знаю, с чем связано. Может быть, то, что там серваки перезагружали, но она подлагивает. То есть я вот когда внизу прокручиваю моих персонажей, да, есть такой небольшой, как сказать, фриз. Так, ну это никуда не годится, конечно. Слэш, давай-ка, присядь к своей жирной попой. Опа. Да ну, кожеголовый, вперед. Ну, это не страшно. Это не страшно, пускай повыпендривается этот Рокстеди в милом костюмчике зайчика, мы все равно его ушатали. Вот теперь мы переходим с тобой в элиту две звезды. Слушай, ну мы таким образом с тобой пока дойдем до самураев. Такое впечатление, что серваки работали, не работали только у нас. А за рубежом, мне кажется, они работали. Что-то, ну, не похоже, что это как бы вот только-только запустилось. Совсем не похоже. Что у нас в магазине там? А, пак. Кто там, Паукус или Хан? Хан. Окей. Так, а по заданиям? Задание у нас в откате. Тут ничего не обновилось. О, ребятушки, 5 ДНК на Рокстеди. Опачки, так вот фартануло нам с Лигансушки. Да? Фартануло. Надо будет мне потом, ну это уже за кадром буду я, ребята, делать. Мне нужна будет энергия. Нужно получить 10 откатов, потому что у меня всего лишь 5 штук. Это никуда не годится. Ну, плюс мутагенчик еще набью. Так, мы продолжаем с тобой бои. 91 ранг у меня. 12-14. А дадите мне 13-15. Не? Не хотите? Рано, что ли, типа, да, мне еще? Ну да, видимо, еще рановато. Ладно, берем с тобой Махардака. Ну, я что, виноват? Вот Махардака вызывать. Весело и вкусно. Макдональдс. Так, сейчас у нас с тобой, естественно, будет во много раз быстрее двигаться прогресс, потому что здесь и персонажи больше, соответственно. Будем получать и кубков побольше. Так что, поехали. Ну-ка. Тадыш. Но не уронил, не уронил. Давай, бомби своим лучом. Ждюдюш. Лео сразу отдупился. Хана, конечно же, Хана надо валить. Проказник этого. Дальше.
А вот так вот добьем всех. Давай, Крэнк, оторвись по полной. Бух. Шикарно. Ну что, двигаемся с тобой дальше. С 91-го, с 91-го ранга мы, наверное, переместимся с тобой где-то на 55-й. Хотя, может быть, даже где-то 30-й будет. Сейчас глянем. Да, 33-й. Окей. Так, 12-14 до сих пор так и держится, да? Не хотят мне. Вот, 13-15, ребятушки. 13-15, это Олежа. Аллигатор. 34-й ранг. Опять же, ребят, я тебе скажу, что никакой помощи мне не надо. Мы опережаем противника на 15-20 уровней, так что как-нибудь своими силенками, да? Ты-ды-ды-ды-дыш, хоба. Ай-яй-яй, а могла бы забомбить. Если бы захотела, но она не захотела. Так, волну, давай. О-хо-хо, я удивлен, что из всей этой компании выжила именно муха. Именно Бакстер Стокман. Самый, так сказать, ватный из всех, он выжил. Ну ладно, предположим. Но муха, по крайней мере, хотя бы вешает. У нее пассивка, по-моему, на уклонение. У Кирби, по-моему, ничего нету из пассивок. Ну что, элита 3 звезды. Мы сейчас с тобой будем 30 лет добираться до Лиги Самураев. Такими темпами. Так, 13-15. Ну, возьмем с тобой Романа. Так, Ромка. Раз, два, три, четыре, пять. Отличная команда. Полтиннички против 34-х, 33-х уровней. Ну, конечно, тут разбор полетов будет на изи. Ребят, тут даже не обсуждается. Так, ну давай сделаем. Удар бейсбольным мячом. Бэмс. Тут можно сделать вот так вот, ультразвук. Прочитала мысли, да, типа. Холодильник можно бросить вот сюда. Бумс. Все, ребят. Бомбанули всех. Я хотел, честно говоря, постепенно урон, чтобы подбил. Ну ладно. Он холодильник бросил, он взорвался. Как будто там в этом холодильнике была взрывчатка. Так, какая позиция? 40-я, да? 52-я, вот она какая. 13-16, Ян. Круто, круто у нас выходит все. Да, ребята, серия получится короткая, чисто арена. Потому что испытания мы с тобой уже прошли. Испытания мы с тобой уже прошли. Так, дебаф вешаем на них. Отличный дебаф. Вот жалко, массовика-затейника нету. Есть только мутагеноид, да, у нас с тобой. Сейчас попробуем хлопнуть. Так, давай еще ускорим нашу команду. Та-дэнс. Ну, мутагеноид, ага, блин, иммунитет вешает. То есть крики, это бесполезно. Ну а ладушки, бумс, выжили. Как ни странно, друзья мои, не выжили. Несмотря на то, что у них была пониженная защита, но вот так вот бывает. На-ка. Ну и куда ты разогнался, Рокстеди? Куда ты бежишь там? У тебя там сзади фейерверки какие-то вылетают. Из непонятно от какого места. Ну-ка, комочек, забрось-ка. Бумс. Не заморозили. Как так-то? Молодец, Хан. Ну, давай шипами. Тыдыч. Понизили и атаку, и защиту на кислотный шарик. Пью. Все, ребята, он... ему крышка. Даже если бы Бибопчик его не стал бы бомбить, все равно постепенно урон бы от мутагеноида его бы уничтожил. Ничего бы ему там не спасло. Ладно, мы с тобой двигаемся дальше. Хочу как можно быстрее добраться до самураев. Но, как видишь, не так все это просто и легко. До сёгунов, я, наверное, думаю, мы сегодня даже не доберемся. Слишком как-то тяжело идет у нас буст. Полубуст, его так назову, прям полубуст. Есть буст, когда мы с тобой моментально поднимаемся, да? До сёгуна. А есть полубуст, когда еле-еле мы идем. Идем, но не спеша, так сказать. А ну-ка, брось баллончик свой. Тыдыч. Шикарно. Давай. Чуф-чуф-чуф-чуф. Вот и все. Еще главное, воткнул эти два мяча, поклонился. Кому ты поклонился, Леонардо, если они все уже готовы? Кому ты там поклонишься?
Не знаю. Так, смотрим. Ну да, тут уже, ребят, все, самураи пошли. 74-я позиция. Так. А 17, 13, 17 вы мне не желаете подкинуть? Вот, 14, 17. Это у нас Денис Абелис. Денис Абелис, вот так вот звучит, ребята. Ну, мы уже с тобой на 60-х рангах, да? А он еще там на 40-х путается. Ну, я тебе и говорю, 20-15 уровней, как всегда, у нас будет с тобой преимущество. Тут ничего не поделаешь. Так, массовиков у нас сколько? Один? Один. Один, а нет, два массовика Кирби. А второй это нейтрализатор. Блин, он хиляется. А давай я вот так сделаю. Провокацию. Опа. Теперь давай ракетки. Минус двоечка была. Не пробивает. А если так? Вот этот прыжок, ребята, очень... Если его прокачать, он очень смертельный. Вообще, Леонардо здесь, если брать именно по дамагу, чуть ли не один из ключевых персонажей. Любого Леонардо возьми, он бомбит не кисло. Так, ну что, самурай... Какое место у нас? 41-е. Блин, неужели еще один бой придется делать, чтобы перейти только в самурай 2 звездочки? Скорее всего, так и придется делать. Нет уж, давайте, пожалуйста. Вот, 14-17 было здесь. Вот, здесь Кристофер. Кристофер против нас. Так что, друзья мои. Ну тут уже все, тут уже пошли сливки наши. Уже полуимба выходит на ринг. Так что можно просто в одной руке держать баночку кока-колы и пить ее на расслабоне с кусочками льда. Освежать, как говорится, свое дыхание, да? Все, ну, тут сейчас будут как лепесточки падать осенью. Так же понурые, как подснежник во время весны, ё-моё. Так что, ребятушки, ну вот, я так и думал. Я так и думал, что мы не перейдем с тобой сразу. До сёганов не доберемся. Ни при каких условиях, ребят, не получится. Не получится. И это меня злит. И это меня очень злит. Ну что ж поделаешь. Не мы такие, жизнь такая, да, ребят? Начинаем. Па-бах. Сразу троих, это шикарно. А добить сможешь, а, Шредер? Будь добр. Туф. Красава, красавела. Ну что, идеальная победа, как ты видишь. И мы с тобой двигаемся дальше. Я не знаю, ну сейчас мы должны перейти уже все-таки на самурай. Это 2 звездочки-то в конце концов. Давай. Может быть, все-таки получится на 3 звезды, хотя вряд ли. Вряд ли, ребят. Если они, конечно, дадут мне 14-18 или как там. Угу. Держи, говорит, карман шире. Не хотят. Блин, было, только что было, но я нажимал, нажимал и очень быстро, ребят. Ай, вот теперь. Во. Станислав. Все время наши почему-то дают. Тихо, куда? Раз, два, три, четыре, пять. Вот этих вначале мы отыграем. Там уже этот, Усаги побежал. Ага, конечно. Тебя на вкусное оставим. Ну что, бомбочка, конечно же. С нее начинаем. Ох-хо-хо-хо. Тут он красавелла двоечку снес сразу же. Ну тут, ребят, даже и обсуждать нечего. Просто распинали врагов на изи. Ну что, давай посмотрим, какой там у нас будет местечко. Надеюсь, хорошее и теплое. Так, 40-е, наверное, да? Угу, 46-е даже. Ладно, продолжаем. 14-18. Ага, это Сашка у нас, Александр. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, говорю. Видишь, фризит. Придется нам с тобой потратить 2 откатика для того, чтобы сделать фул команду. Ну что? Готовы, орлы? Давай вот так вот сделаем с тобой. Выпендрешь, короче, будет у нас. На. Ну, а тут уже и говорить не о чем. Все. Там постепенный урон слабо было написано. Ну, в любом случае, им было не жить. Так, хорош. Думать там что-то. Двигаемся дальше.
последний, ребята, поединок, и мы с тобой только вот заберемся в Лигу Самураев 3 звезды. Это максимум, что мы с тобой сегодня можем из себя выжать. Точнее, выжать из наших героев. Так, дай-ка я вот так сделаю. Раз и два. С этой имбой все равно уже никто не поспорит. Будет ходить Леонардо, будет ходить Усаги. Эти ребятульки, какого там они уровня? 44-го даже ничего не сделают нам. Усаги сейчас всех положат. Вот и все. Чик. Ну вот, об этом я тебе и говорил. Ну, в принципе, ребята, как бы и все. Мы с вами арену отыграли. Она должна была быть сегодня с утра. Вместе с одним из испытаний. Только как арена была закрыта, нам пришлось с тобой проходить чисто испытание. Теперь арена. 86-я позиция, да, у нас? Так, что мы с тобой можем еще здесь по-быренькому сделать? Доделать. Ну, у нас есть немножко пиццы. Мы можем с тобой поискать. На кого мы там ищем с тобой? На спринтера же, да? На спринтера мы с тобой ищем 4 геймпада. Поехали. Раз. Два. Три. 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 Четыре. Так, дальше нам нужно с тобой... Блин, 6 наушников найти. Раз. Колба зеленая сейчас достанет меня. Она сейчас достанет меня, эта колба зеленая. Да. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Ой, подожди, подожди. А, все что ли? Да, ребята. Ну, ты сам видишь, пиццу мы с тобой всю потратили. У нас есть еще чуточек, совсем чуточек есть этого. Как называется-то? Сыра, елки-палки, конечно же, сыра. И мы с тобой можем попытаться вытащить здесь. Ну, не камень Талика, это не это я хотел. И не куклу Дарума. Ну почему морозильная кошка? Ребята, все, не могу больше ничего сделать. Не хватает сыра, к сожалению. Так, что у нас тут? Кстати, подожди, у нас сколько мутагена с тобой накопилось? Нам хватит, чтобы поднять левел? Не хватит. У нас не хватит с тобой, чтобы поднять левел Шреддеру. Но зато я могу это все дело прямо при тебе пройти. Все равно это займет, ну, сколько по времени? Минутки две, это максимум, наверное. Потому что это испытание проходится легче пареной репы, тем более моей супер-пупер имбо-командой. И никто им здесь ничего не сделает. А мутагеноид будет, как всегда, отгребать по полной программе и валяться в своих слюнях, понимаешь? А я хочу, знаешь, там сколько нужно? Где-то 24 тысячи мутагена, по-моему, да? Для того, чтобы поднять Шреддеру, нашему супер-Шреддеру, левел. Ну, можем как бы мы с тобой попробовать сейчас это сделать все. И, в принципе, будет абсолютно все сделано на сегодня, что можно вообще было сделать. Так, сколько там тут? Уже 900 мутагена, да? То есть, получается, уже 20... Почти 21 тысяча будет мутагена. Потом там... Ну да, мы с тобой должны насобирать, в принципе. Должно у нас хватить. А за кадром я уже потом понабиваю эти... Как они называются... 10 откатов. Потому что мы с тобой уже потратили, да? Сколько? У нас вообще очень мало откатов осталось. Там, по-моему, 2 или 3 штуки. То есть завтра, если мы будем играть с тобой, да? На арене. Нет, не на арене. Ну да, на арене. Мы не сможем с тобой продвинуться очень далеко. Как бы отыграем основной состав нашей команды. А дальше по откату Леонардо или Усаги ничего не получится. На 3 откатах ты далеко не уедешь. Учти. Так, ну что, 1200 и получается последние 1500. Блин, а может даже и не хватит, друзья мои. Может даже и не хватит. Такой
Такая вероятность может нас застигнуть врасплох. Там 24 тысячи, не меньше нужно, вот поверь мне. На 80, ой, на 70, подожди, какой там уровень? 89 уровень он, по идее, должен получить. Так что сейчас глянем. Ну, а если хватит, это будет, конечно, шикарно, ребят. Так, давай смотреть. Давай смотреть. И что мы тут видим? Видим ничего. Видим только список. Видим, что у меня 23 800. И... твою ж дивизию. Мне не хватает ровно 1000, ребята. Ровно 1000 мутагена. Ну как так-то? Ну это что, специально что ли сделали, а? Я так старался, я так пытался это все сделать. И ни шиша у меня не получилось. Да, даже обидно, ребята. Но я ничего сделать не могу. Я могу, конечно... Да я ничего не могу. Вот здесь вот получить. Ну тут, по-моему, мало дают. Тут не 1000, ребят. Ну что, ничего, как говорится, на нет и сюда нет. Друзья мои, у нас, кстати, 160 платиновых осколков. Это хорошо. Плюс еще получим, да, там поскольку дают нам за топ. Кстати, кто у нас разыгрывается? Я что-то... А, майки у нас. Майки фильм. Но он у меня прокачанный, ребят. У нас по фулочке дают 75. Это будет 103, ну, 100, да, 130 получается, да? 130 осколков. Какие 130, блин? Это получается у нас 130, блин, 230 получается, да? Да, 230 осколков будет. Потом еще 70, это, блин, не хватает чуть-чуть. Даже придется больше, чем 2 недели отыгрывать. 3 даже недели придется играть. Обидно. Ладно, ребятушки, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Вуди Вудпекер сейчас только что написал, что отправил мне смс-ку. Пишет: привет, Рэй. Фотографию высылает, и арену починили. Да, Вуди, я уже понял, я уже видос отснял. Буквально через, наверное, полчасика-часика он уже будет на канале. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.